Осталось, напомню, со счета 1-3. В третьем периоде проявила характер, добыла очень важные 2 очка и не позволила минчанам к себе приблизиться. Поэтому поздравляем всех с сегодняшним успехом. Наслаждайтесь голевыми моментами. Я же вам напомню, что этот матч вам помогали смотреть Владимир Басов, режиссер трансляции, комментировал матч Владимир Синдебрев. Послезавтра лидер Востока «Трактор» в Череповце. И будет очень интересно, не пропустите прямые трансляции на 12-м канале «Череповце» и 7-м канале «Вологи». Итак, до встречи на хоккее. До свидания.